Итак, рабочий процесс наладчика ЧПУ. Ночной у нас ЧПУшник есть, у меня будет тогда вечерний. Начнем. Первое. Режем икону. Идем дальше. Тестируем станок 10-3 мини перед отправкой. Идем дальше. Тестируем станок перед отправкой на USB-переходничке. Вот такой вот у нас USB-переходник LPT. Вот отрабатывает матч. Все работает. Вот сам станочек. Там электрики подготавливают еще один станок. Идем дальше. Здесь у нас еще один станок. Музыкальный наш. Прям музыка. Вот так вот проходят наши рабочие дни. И еще один станочек готовится.